Слава Всевышнему. Боже, спасибо, ты вновь подарил нам нашу дочь. Слава Всевышнему. Я очень рада за вас обоих. Ваша доченька спасена. Берчин. Мама. Дитя мое. Мы рядом с тобой, ты не волнуйся. Берчин, выздоровление тебе. Берчин. Аслым спасла твою жизнь. Если бы она не успела... Я даже думать об этом не хочу. Уйди. Уйди. Пошел вон. Выведите. Выведите ее из этой палаты. Выведите. Вон пошла. Хорошо. Мама. Хорошо, я скоро заберу тебя. Наконец. Мы пришли к концу истории Озана и Аслы. Дура Берчин. Могла попросту убить себя незачем. Я подготовил тебе сюрприз. Наш медовый месяц начался нехорошо, но плохо он не кончится. Сегодня последний ужасный день. Все осталось позади. Мы будем очень счастливы. Здесь стало так красиво. Большое тебе спасибо. Был бы это в другой день, я бы взлетела на небеса от счастья. Ну хватит расстраиваться. Берчин тоже спаслась благодаря тебе. Расстраивайся сегодня последний раз. Я даю тебе слово, отныне я не позволю никому расстраивать тебя. К тому же, они тоже поймут, что мы счастливы с тобой, примут это. Дай слово. Сибель, пока Берчин спит, ты что-нибудь покушай, но же. Я не хочу ни на секунду отходить к своей дочери, Тарек. Сибель, тебе нужно быть сильной. Ну же. Фатих? Чего ты пыталась добиться, а? Чего бы ты получила, если бы ты навредила себе, а?
И Узан, если мы продолжили бы счастливо жить. Приди в себя, Берчин. Эта война только начинается. Как же так? Как же это будет? Тебе не стоит волноваться. Не останется больше пары Узан и Асуин. И завтра игра начнется. Когда я рядом с тобой, мне кажется, будто кроме нас больше никого нет на этом свете. Будто никто из-за нас не расстраивается. Будто никто не лезет в наши дела. Отныне больше никто не будет лезть в наши дела. Никто не сможет расстраивать нас, пока мы будем держаться друг за друга. Мы будем распылять счастье. Никто не расстраивается из-за нас. Все расстраиваются по мере испорченности своего сердца. Но мы вместе научим всех быть счастливыми, быть хорошими. Возьми это. Я отныне не волнуюсь за своих маму и брата. Ну, хорошо, спасибо. Ну, и скажи, что же мы теперь будем делать со Аслым? Ты сделаешь все, что я захочу. Пара Узан и Аслым прекратит существование. Я испорчу всю их жизнь. Сравняюсь с землей. Больше нет пары Узан и Аслым.